Школьники из деревни Черный Упоровского района вместе с работниками сельского дома культуры провели субботник у мемориала павшим воинам-землякам. Ребята узнали историю создания памятника и провели в порядок территорию рядом с ним. Убрали мусор, побелили деревья, бордюры и цветников и ограждений. Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры и Дню Победы. Святое дело – уборка памятника погибшим воинам. Поэтому у нас ветеранская организация, она всегда впереди. Школа, она у нас вообще за этот памятник отвечает, за порядок на памятнике зимой, летом. Ну, траву, конечно, мы помогаем косить, а вот чтобы убрать траву, это школьники делают. Мы вот приходим, часто бывает, от школы приходим, убираем здесь, помогаем, зимой тоже. И, ну, самое главное – помнить, чтить память о павших героях –